Gentlemen, our next five of the night is scheduled for 3 5-minute rounds in the ACA Bantamweight Division. Introducing to you first, fighting out in the blue corner. He is a Brazilian Jiu-Jitsu practitioner. He stands 165 centimeters tall. His official weight, 61.65 kilos. His pro record consists of 20 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Manacaburu, Amazonas, Brazil. He stands 175 centimeters tall. His official weight, 61.65 kilos. His pro record stands at 9 victories opposite 2 defeats. Fighting out of Grozny, Russia! Here is Shamil Shakhbulatov! And our referee in charge of the action, Andre Kovalov. Ну и что ж, уважаемые друзья, очередной поединок нашего бойцовского марафона мы с вами сейчас увидим. 9-й по счету бой. Шамиль Шахбулатов, Россия против Дилена Лопеса, Бразилия. Что ж, это противостояние начинается. Опытнейший Дилена Лопес. Попытка левого кросса от бразильца, ушел от него спокойно Шабулатов, затем пробил лоу-кик, и сейчас справа тоже попал Шамиль Шабулатов. Два лоу-кика в исполнении Лопес. Ох, какие удары в корпус, и сейчас сам через блок буквально пробивал своего соперника, и вот в таком клинче тоже одной рукой быстро несколько ударов нанес Лопес, и тут же еще один левый боковой прямо в голову, попытка перевода. Явно обескуражен началом этого, таким вот началом поединка Шамиль Шахбулатов. Через корпус здорово голову переводил свои атаки Дилена Лопес. Немного так врасплох застал он Шамиля Шахбулатова. Такое удивленное лицо Шамиля. Очень хорошо и быстро сокращал дистанцию файтер из Бразилии. Но не дает Шамиль провести тейкдаун своему оппоненту. Устойчиво он на ногах. И попытка перевода все-таки оказывается удачной. Лопес находится в гарде. И посмотрите, что пытается сделать Шамиль Шахбулатов. Провести ручной треугольник обратным захватом с позиции снизу. Сегодня Мехди Байдулаев пробовал делать. Посмотрите, и захват, казалось бы, есть, но тут же ушел. Очень мощный такой, коренастый парень Дилена Лопес. Да, и здесь еще нужно... Широкая шея. Да, широкая шея, и она, кстати, не длинная. Так да, да, и короткая, короткая. Да, короткая шея, поэтому в такой ситуации, конечно, тяжело удушающие проводить. Уже называется природа на стороне. И посмотрите, в какой сложной ситуации оказывается Шамиль Шахбулатов. Есть уже рассечение, мы с вами видим. И вот, пожалуйста, и вот тот самый удушающий. Удушающий сорвался Шамиля Шахбулатова и тут же буквально вбивает... удар в голову Шамиля Лопес. Такое ощущение, что даже где-то чуть-чуть психологически надлом Шамиль Шабулатов. Помотал он головой. Ну, ничего не получается. Сейчас близко к тому, чтобы в маунт забраться Лопес, но не позволяет ему этого сделать Шабулатов. И тем не менее Дилена Лопес продолжает буквально разбивать своего визави. Очень обескураживающее начало. И первый раунд, в общем, для Шамиля Шахбулатова довольно-таки неожиданно. Соперник пошел сразу же вперед и продолжает доминировать над Шамилем. Есть рассечение и будет оказываться помощь Шамилю Шахбулатову. При этом есть рассечение и у Дилена Лопеса, насколько мы видим, под правым глазом. Врачи сейчас оказывают помощь Шамилю Шахбулатову.
Насколько серьезное это рассечение, надо посмотреть. Ну и посмотрите, да, вот. Достаточно глубокое. Очень серьезное рассечение на лбу. Их сразу два. Одна на лбу, вторая вот с края глаза. Буквально. Доктор считает, что все в порядке, что с подобным рассечением бой может продолжать. Сейчас рубка начинается с первых секунд. Удаление боя. И так здорово попадает Шабулатов тоже. Вот это да, очень жесткий обмен ударами. Дилена Лопес сигнализировал, что нужно вернуть их в ту же позицию. Лопес. Это они были. Но сейчас это, конечно, уже не важно. Момент, что называется, заигран. Удар туловища в голову переводит Дилена Лопес. И переводит тут же на канвас своего оппонента бразилец. И локти снова включает, он понимает, что есть рассечение, что на его, что есть у него преимущество в этом плане. Буквально несколько ударов в область вот этих самых повреждений могут заставить рефери остановить поединок. Да, действительно, очень серьезная проверка, конечно, на прочность для Шамиля Шахбулатова. После той крайней неудачи, очень равного поединка с Робом Эмерсоном, ветераном UFC, сегодня Дилена Лопес, конечно, оказывается очень серьезной проверкой для Шамиля. Шамиль Шахбулатов по прозвищу Бойко. Бойко поднимается. Демонстрирует характер настоящий. Отважный воин, конечно, Шамиль Шабулатов. И он доказывает это в очередной раз. Он не боится никого. Очень важна работа катмена сейчас за эту минуту, насколько ему удастся привести представителям этой профессии Шамиля Шабулатова в порядок. Очень серьезное рассечение у него. Мы видим, что определенный урон получил и Дилена Лопес. Да, очень вот резво это... начал бразилец. Такое ощущение, что выдохся он к концу первого раунда. Сейчас пропустил. Мы видим на повторах жесткий удар. И мы видели вот сейчас, как сорвался тот самый замок, да, вот этот ручной треугольник у Шамиля Шабулатова. Так много событий было, что... В этом раунде, что даже на мгновение у меня появилась мысль, что позади уже две пятиминутки. Да, действительно, так оно и есть. Очень насыщенный раунд. Посмотрите на Шамиля. Он весь окровавлен, как будто бы из мясорубки вышел. Да, кровь остановлена, но, думаю, это ненадолго. Снова претендует левый лоу-кик. Вот это попадание! И колено, и справа! Какие добивания мы с вами видим! Сумасшедший удар! Что же они творят? Ничего себе! Демонстрируется бразильцев! Шабулатов буквально разбивает соперника! Вот это попадание! Это может быть все! Каждый удар не удается! Как он держит все! Шамиль Шабулатов! Шабулатов! Настоящий Бойко! Вот это да! Невероятный нокаут просто! Да там некого таких вот эмоций! Я не демонстрировал на комментаторской скамье! Это было что-то с чем-то! Вот это да! Браво, браво, Шамиль Шабулатов! Что за характер демонстрирует этот парень? Казалось бы, еще одно-два попадания, его рассечение снова раскроется. Но он пошел вперед, он пошел ва-банк. И вот этот удар с разворота. Spinning around kick.
раунд бэк-кик. Даже через блок повело бразильца Дилена Лопеса. И вот здесь правый точно подбородок. Еще раз. Пытался отвечать Дилена Лопес, но это было тщетно. И это, да. Вот это противостояние, конечно же. Этот нокаут уже претендует. Ну, нокаутов мы сегодня практически не видели. Но он будет претендовать в любом случае на лучший финиш вечера. Это лишь второе досрочное завершение на турнире ACA 91. И видно, что Дилена Лопес еще до сих пор не до конца понимает, что происходит. На самом деле голова у бразильца очень крепкая. Потому что было несколько моментов, когда казалось бы, что все закончено. Но он держался. За это ему, конечно, тоже респект. Но Шамиль Бойко Шахбулатов просто вот. Как настоящий хищник он бросился добивать своего оппонента, и все-таки ему это удалось сделать. Вот мы видим уже заключительную часть данного поединка. Точные удары, подбородок, целая серия. И вот этот правый боковой оказался заключительным.